В Национальной библиотеке столицы открылась выставка «Мосты культуры». Это первый проект в Чебоксарах, который объединил творчество художников из Чувашии, Татарстана и Турции. Их экспозиция – это три взгляда и три мира. Они разные, но в то же время едины, отметили художники. Проникнуться их творчеством смогла и наша съемочная группа. Три художника и три культуры. На первый взгляд, ничего общего. Виталий Петров – чувашский художник. В геометричность и нотную графику картин вкладывает мифологический смысл. У творца из Татарстана – космический. На картинах турецкого мастера – люди и их быт. Но стоит присмотреться, и можно найти то, что их объединяет – национальные традиции. Я нарисовал духа предков. Конечно, это не относится к иконографии. Это просто я образы передаю. Ну, почитали, что дух предков любит души, нуждается во влаге, любит. Поэтому им всегда, когда преклоняется жертвоприношение, всегда льют воду. Здесь нарисовано, вот она, видимо, льет на ее голову воду. Мы действительно едины. И то, что несмотря на все трудности, которые претерпевает современный мир, нужно, наверное, любить свой народ, любить мир, опираться на свои корни. Является чудом то, что приходят люди, которые совершенно другие, живут в других местах, родились в других местах, росли по-другому, и кому-то может понравиться моя работа. Всего на выставке «Мосты культуры» представлены 30 картин нашего художника и по 16 приезжих. У жителей Чувашии появилась неплохая возможность сравнить и оценить их творчество. Посетить выставку художников чебоксарцы смогут до 15 февраля. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика.